липовецкие оперативники задержали подозреваемого в совершении серии краж из автомобилей. В МВД было возбуждено несколько уголовных дел. Неизвестный разбивал заднее пассажирское стекло подручными средствами и проникал в иномарки. Злоумышленник воровал строительные инструменты, панели от магнитол, тормозные диски, антирадары, видеорегистраторы и прочую технику. Подозрению в совершении преступления оперативники задержали 31-летнего мужчину. В ходе разговора со злоумышленником сотрудники полиции выяснили, что мужчина совершал кражи и продавал похищенное из-за сложного материального положения. При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность злоумышленника к совершению еще двух аналогичных преступлений. Так, в августе и сентябре мужчина совершил хищение еще из двух автомобилей. Со слов подозреваемого, в этих случаях оба транспорта не были закрыты. Общий ущерб для пострадавших составил свыше 70 тысяч рублей. В отношении череповчанина возбуждено несколько уголовных дел. Ребенок пострадал в результате аварии в Череповце. ДТП произошло накануне в 17:25 на Шекснинском проспекте у дома 16. По предварительным данным, водитель на Kia Rio задел 10-летнего мальчика, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. На куртке ребенка присутствовали светоотражающие элементы. В результате ДТП мальчик получил ушиб конечностей. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Помогают в работе. В Череповце уполномоченные по работе с населением совместно с сотрудниками полиции проводят профилактику населения по предупреждению дистанционного мошенничества. Уполномоченные дежурят у банкоматов. С начала недели активисты провели более 50 рейдов и уже предотвратили совместно с участковыми уполномоченными полиции 2 факта дистанционного мошенничества. За время рейдовых мероприятий участники провели более 350 профилактических бесед.